Восстановить популярность знаменитого произведения Льва Толстого «Анна Каренина» может каждый. Организаторы международного конкурса «Каренина. Живое издание» продлили срок сдачи работ до 10 сентября. Напомним, конкурс – проект музея усадьбы «Ясная Поляна» и Google Россия». По задумке авторов, бессмертное произведение великого писателя прочтут в нескольких уголках мира за два дня. Для этого привлекут 700 чтецов из 30 городов. Чтобы выбрать лучших, организован отборочный конкурс. До 10 сентября необходимо записать прочтение одного из четырех отрывков на камеру. Конкурс заинтересовал более 600 пользователей интернета по всему миру. Наринмарцы тоже не отстают. Около 40 видеозаписей уже отправлены жюри. Участие в проекте приняли люди различных сфер деятельности. Замечательная идея, на мой взгляд. Не случайно такое количество желающих, такое количество городов и стран, которые готовы поучаствовать в этом проекте, потому что сегодняшние интернет-технологии позволяют всех нас сделать участниками одного проекта.